О! Надеюсь, с ним все в порядке. Я занят. Поговорите с кем-нибудь другим. У меня куча проблем. Может, я смогу помочь? Может, и сможете. Вы ведь солдат, да? Вы когда-нибудь бывали в Траверсе? Траверс – жестокое место. Мы провели там какое-то время. Мой брат – капитан корабля под названием «Великолепный». Несколько дней назад он пересекал Траверс и вдруг исчез. Просто пропал с радара. Обычно это значит одно из двух. Либо у них серьезная механическая поломка, либо на них напали. А вы знаете, кто и зачем мог на них напасть? Каперы, работорговцы, наемники, ищущие легкой наживы. В Траверсе много отребья. Я не брошу своего брата. Еще есть надежда. Я знаю, где он находился, когда мы связывались последний раз. У меня есть координаты. А что у него за корабль? Пусть название вас не обманывает. Великолепный. Это маленькое торговое судно. Несколько человек экипажа. Но он был в хорошем состоянии, так что не думаю, что они могли поломаться. Но у них нет ни щитов, ни оружия. Если кто-то решит на них напасть, Великолепный будет абсолютно беспомощен. А что, больше никто его не ищет? Корабль моего брата – маленькое торговое судно. Такие корабли постоянно исчезают в Траверсе. Все уже привыкли. Что я за это получу? К сожалению, я не смогу предложить вам награду. Будь у меня такие деньги, я бы уже нанял спасательную команду. Может быть, вы просто окажете мне услугу? Мы, люди, должны держаться вместе. Если ваш брат еще жив, я найду его. Давайте координаты. Я немедленно отошлю их на ваш корабль. Пожалуйста, свяжитесь со мной, как только найдете его. Нет, я хочу поговорить. Поздравляю вас с назначением на должность спектрокапитана. Уверен, вы справитесь с обязанностями. Благодарю вас. Я адмирал Кахоку. Давно пора было получить своего спектра в Альянсе. Нам нужны такие люди, как вы, чтобы разобраться с нашими проблемами. Что-то не так, адмирал? Меня раздражают все эти конторские крысы. Толку от них никакого. Может, вы поможете мне, Шепард? Одна из моих разведывательных групп обнаружила странную активность в Траверсе. Вчера связь с группой прервалась, а я не могу получить разрешение на их поиски. Неожиданно вся эта зона стала закрытой. Но к вам это неприменимо, Шепард. Спектры могут летать где им угодно. Вы бы могли узнать, куда пропала моя группа. Я постараюсь найти их, адмирал. Благодарю вас, капитан. А то я просто не знал, что делать. Постараюсь сделать что-нибудь здесь, по официальным каналам. Но особо надеяться не стоит. Я загружу на ваш корабль информацию о том, где в последний раз видели мою группу. Может, вы найдете ее. Я так и не отблагодарила вас как следует. Вы спасли меня от бандитов Фиста, капитан. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы вас там не было. Я рада, что вас не ранили.
Я тоже. Ну что ж, может, вам еще что-нибудь нужно? Вы доктор? Как вы оказались здесь, на цитадели? Родители привезли меня сюда, когда я была совсем маленькой. Мой отец был военврачом в войсках Альянса. Я решила продолжить семейную династию, правда, не по военной части. Раненые солдаты — это не для меня. Давайте посмотрим на ваши товары. Конечно. Ходят слухи, что вы не сидели без дела. Поздравляю с победой над Фистом. Я была уверена, что он связан с мафией. Вы нашли что-нибудь в его офисе, что в идеале могло бы мне помочь? На этих ОНД может быть информация, которая вам нужна. У вас данные Фиста? Я даже не надеялась на такое. Прелесть! Вот, возьмите, капитан, за ваши труды. Что скажете насчет дальнейшего сотрудничества? Хотите взять интервью по завершении моего расследования? Эксклюзивное? Я получу самые последние новости из первых рук? Это было бы прелестно. Я готова уже сейчас выплатить вам часть будущего гонорара. Вот, возьмите. А теперь извините меня, мне не терпится посмотреть содержимое этих дисков. Что нужно? Похоже, им не понравилось, как вы играли в квазар. Доран не понимает, что я делал. Он решил, что я жульничаю. А вы жульничали на самом деле? Я просто немного направил удачу в свою сторону. Это было... Я все еще думаю, что вы жульничали. Может и так. Но это устройство всего лишь симулирует игровые ситуации и записывает результаты. Записывать проигрыши легко. Никто не обращает на них внимания. Зачем вам записывать результаты? А, в этом-то вся соль. Последние 5 лет я работал над системой, которая позволяет с точностью предсказывать выигрыши и поражения в квазаре. Мне нужно лишь ввести еще немного данных о выигрышах, и алгоритм будет закончен. А это законно? Ею можно пользоваться? Пользоваться моей системой незаконно. Но я и не буду ей пользоваться. Я ее продам. Мне нужно записать еще пару выигрышей. Это устройство поможет мне выиграть. Устройство испускает радиоволны, которые слегка увеличивают ваш шанс. Это ничто по сравнению с тем, что я задумал. Но все же выигрывать вы будете немного чаще. А почему бы вам не продать это устройство? Что? Нет, это примитив. Грубая сила. Кроме того, вы сами видели, как его легко обнаружить. Моя система должна стать во много раз эффективнее, а обнаружить ее будет очень трудно. А что я за это получу? Выигрыш оставьте себе. Думаю, это будет достаточной оплатой. Лучше я испытаю удачу традиционным способом. Ну, как знаете. Ладно, мне нужно сверить расчеты. До свидания. Слышал кое-что другое. И что именно? Наверняка снова слухи о металлических созданиях с искусственным интеллектом. О них снова заговорили. И не только о них. Об этом всегда говорят. Я слышал, что они как-то связаны со спектром-предателем. Не начинай снова. А что, в это так сложно поверить? Ладно.
Говори, что хочешь, только не рассчитывай, что мы в это поверим. И снова здравствуйте. Чего хотели? Что вы можете рассказать мне о сестрах, которые работают на вас? Ну, Дженна уволилась и теперь работает в логове Коры. Ее сестра Рита беспокоится за нее, боится, что та попадет в беду. Хотя переубедить Дженну мало кому под силу. Очень упертая девица. Если она захочет вернуться, я возьму ее обратно. Посетителям она нравилась. Я пойду. Желаю приятно провести время в Сверхновой. Привет. Как там с Дженной? Удачно? Она отказалась говорить со мной, но у меня есть зацепка. Великолепно. Извините за Джен, но она всегда была такой. Учится только тогда, когда уже слишком поздно. Рита, у меня для тебя заказ. Ой, мне надо идти. Спасибо еще раз за помощь. А, передумали? Так что, поможете мне записать данные о выигрышах? А это законно? Вот мне нужно записать еще пару... Я вам помогу. Пожалуй, вы можете попробовать. Вот, возьмите. Когда вы запишете достаточно выигрышей, прибор даст вам знать. Ну, и если вас поймают, вы видели, как поступили со мной. Ну, хорошо, идите. Данные сами собой не запишутся. Часто увидишь такое везение. Эти медикаменты нужны мне для клиники. Я не могу. Все вы можете. Иначе ваш секрет быстро раскроют. Не разочаровывайте меня, доктор. О, капитан Шепард, я не видела, как вы вошли. Каждый раз, как я сюда прихожу, вам здесь кто-нибудь угрожает. Кто это был? Люди из моего прошлого. Я сама разберусь с этим.
Расскажите мне, что происходит. Предыдущий работодатель уволил меня за то, что я бесплатно отдавала лекарства клиникам. Мне не предъявили обвинений. Просто попросили уйти без лишнего шума. Но кто-то узнал об этом и теперь шантажирует меня. Мне придется выполнить их требования. Если станет известно о моем прошлом, я могу потерять лицензию. Мою клинику закроют. Может, я могу чем-то помочь? Расскажите, чего они хотят. Я должна отдать кое-какие медикаменты торговцу в районе рынков. Мне нужно сделать это сегодня. Скажите, кто контактное лицо. Я разберусь с ним, кем бы он ни был. Разберетесь с ним? Но ведь тогда они расскажут о моем прошлом. Они вас больше не побеспокоят. Я вам это гарантирую. Ясно. Наверное, остального лучше мне не знать. Мне сказали поговорить с торговцем по имени Морлон в районе рынков. Я очень вам признательна, капитан. Спасибо. Не беспокойтесь, я разберусь с этим. Удачи, капитан. Берегите себя. Только не обижайтесь, капитан. Но о чем, черт побери, вы думали? Следите за языком, Челик. Вы могли выдать Джену. Мы пришли туда, чтобы помочь ей. Это я понял. Вам кажется, что жестоко подвергать ее такому риску. Но мы постоянно следим за ней. Вам действительно нужно рисковать ее жизнью ради информации? Эта работа никогда не была легкой и приятной. Мне нужна любая помощь. Но поскольку вас так интересует ее безопасность, возможно, мы сможем помочь друг другу. Стараетесь задействовать любые ресурсы, детектив? Чертова работа такая. Так вы поможете мне или нет? Вы умный парень, Челик. Придумайте другой способ. У меня есть несколько вариантов. Она – самое простое решение вопроса. Я отпущу ее. Даже помогу выбраться из логова Коры. Отпущу насовсем. Но дело остается нераскрытым. Мне может понадобиться ваша помощь. Я помогу вам, но мне нужны подробности. Я пытаюсь выйти на организацию, которая занимается незаконным производством оружия. Мне нужно получить кое-что из их продукции. Благодаря информации, предоставленной Дженной, мне известно, что торговец находится здесь, на цитадели. Встретьтесь с Кроганом по имени Якс. Заберите улучшение и принесите сюда. Тогда у меня будут все улики. Зачем вам так нужны эти улучшения? В нашем распоряжении находится самое современное оружие. В этом наше преимущество. Как думаете, что случится, если мы его потеряем? Преимущество появится у преступников. А этого мы позволить не можем. Я уговорю Якса рассказать мне, откуда поступают эти улучшения. Нет. Проболтаетесь Яксу, и все мои зацепки вылетят в трубу. Где мне найти этого Якса? Якса можно найти в нижней части рынков. Я отправлю сообщение по нашим каналам, что вы покупатель. Удачи, капитан.
Другие новости. Корпорация «Экзогени» все еще отрицает, что одна из их разведгрупп пропала без вести в скоплении гаммы Аида. Когда у представителей компании спросили, почему на прошлой неделе связь с разведгруппой неожиданно прервалась, они отказались давать комментарии. Что вам нужно? Похоже, у вас проблемы, генерал. Я видел немало ужасного за свою жизнь. И только одна женщина во всей чертовой галактике способна помочь мне забыть об этом. Но тогда зачем вам распространять слухи о ней? Потому что она отвергла меня. Меня, Септимуса Орока, генерала Турианского флота. Генерал, какой пример подаете вы своим войскам? Пусть войска поцелуют меня в задницу. Я хочу уйти в отставку и быть Шаирой. Послушай, солдат, я понимаю, что ты хочешь как лучше, но не трать свое время. Генерал, вы когда-нибудь выигрывали войну, сидя в баре? Войну? Это действительно похоже на войну. И как я дошел до такого? Думаешь, это легко? Собрать волю в кулак и действовать как генерал? Я думаю, это не помешает. Твоя правда, капитан. Шаира стоит усилий, даже если она не примет меня обратно. Здесь не место такому выдающемуся солдату, как вы, генерал. Ну ладно, я пойду к ней. После того, как приму холодный душ, раз в другой. Послушай, а ты не глупый человек. Хочешь заработать несколько лишних кредитов? Что мне нужно сделать? Один дипломат Элкор думает, что Шаира выдала его секреты. Почему он так решил? Потому что я так ему сказал. Послушай, я хочу, чтобы он узнал правду. Вы думаете, он мне поверит? Ты предоставишь ему доказательства. Возьми этот модуль данных. Там записано, откуда я получил информацию. Это оправдает Шаиру и убедит Элкора. С кем мне поговорить? И где его найти? Его зовут Зелтон. Это дипломат Элкор. Сейчас он в посольстве. Подает жалобу на Шаиру. Последнее. Чтобы солдаты всегда поступали как солдаты. Спасибо, капитан. Знаешь, из тебя может получиться неплохой генерал. Со временем. Трудно представить, чтобы генерал вашего уровня так убивался из-за женщины. Это потому, что вы не понимаете женщин, Кайден. Отвалите! Дайте выпить спокойно. Thank you.
творите? Дайте выпить спокойно. Привет! Добро пожаловать в знаменитый магазин Морлана. Нужна хорошая экипировка, да? Вам должны были доставить груз медикаментов. Но мне сказали, доктор их принесет. Планы изменились. Изменились? Но, доктор, я не... человек, так быть не должно. Заткнись, Морлан. Я говорил Бэйнсу, что ты облажаешься. Что здесь, черт возьми, происходит? Кто вы? Оставь доктора в покое, или тебе придется иметь дело со мной. Принесите мне лекарства, и покончим с этим. Иначе я начну рассказывать людям маленький секрет доктора. Из-за тебя закроется клиника. Что, если кому-то понадобится лечение? Например, тебе. Эй, погодите! Я всего лишь посредник. Я на такое не договаривался. Спасибо, человек. Приятно видеть его таким смирным. Что тебе известно о Бэйнсе? Я никогда не видел его, человек. Я работал только с тем, который разговаривал с доктором. Покажите мне ваши товары. О, думаю, тебе понравится. У меня есть очень хорошие вещи. Вот Никогда особо не любил толпы народу. Как считаете, дорого ли здесь жить? Капитан, я не ожидал вас снова увидеть. Вам что-то нужно? Прекращайте ломать комедию. Я хочу знать, что происходит, Шорбан. К чему конкретно вы клоните? Мои эксперименты? Хватит дурачком прикидываться. Ваш друг Джалид рассказал нам, что вы задумали. Вы говорили с Джалидом? Вы, наверное, знаете про данные? Нет, но вы мне расскажете. Все расскажете. Вы, ребята, можете идти. Похоже, мои планы изменились. Все достаточно тривиально, капитан. Мы с Джалидом просто немного потеряли головы. Продолжайте. Ну, конкретно... Наша компания разработала экспериментальный метод применения медицинских сканеров. Мы с Джалидом увидели в этом большой потенциал. Мы украли чертежи и разработали устройство для сканирования хранителей. Представляете? Устройство, которое может предоставить информацию о хранителях. И что в этом такого? Практически хранителей никак невозможно сканировать. Поймать и взять образцы тоже не получится. Они самоуничтожаются. Мы здесь уже несколько веков, но до сих пор ничего конкретно про них не знаем. Понимаете вы? Мы первые их просканировали. До нас никто не делал этого. Вы же сами видели, капитан. Вам известно, что мы можем это сделать. Зачем вам убивать напарника? Я не пытаюсь убить его. Конкретно Джалид должен был исследовать первые полученные результаты. Но он решил оставить данные себе. Может, продать хочет? Не знаю. Вы идиоты. Надо было прикончить вас обоих. Мы потеряли головы. Мы не могли упустить такую блестящую возможность. Капитан, если вы продолжите сбор данных для меня, представьте, что мы можем узнать. Кроме того, вы сможете немного заработать, не забывайте. Я не собираюсь нарушать закон ради вас и ваших исследований.
Верните то, что украли, или я вас арестую. Хорошо. Два раза повторять не нужно. Ладно, сканировать больше не буду. Обещаю. Но первоначальные данные до сих пор у Джалида, и я практически уверен, что он не вернет их. Я разберусь с Джалидом. До встречи, капитан. Стой! Замрите там, солдатня. Деньги принесли? Вы принесли улучшение? Покажите ей товары. Да, внешне неплохо. Еще бы! Лучшие модели на рынке. А теперь гоните кредиты. Ты арестован, Якс. Засада! Нас подставили! Вы чего придумали? Вот твои деньги, Якс. Чувство юмора, да? Когда-нибудь допрыгаешься, солдат. Пошли, ребята. Дела закончены. А, никто не умер? Если вам так хочется, могу кого-нибудь пристрелить. Не, и так нормально. С возвращением, житель Земли. Вам нужны припасы, чтобы вернуться в колонию? Покажите, что у вас есть. С удовольствием. Уверен, вам обязательно что-нибудь приглянется. Во всем виноваты. Они не такие уж и плохие. Просто они сильно от нас отличаются. Мне они не нравятся. Ведут себя так, будто всегда здесь жили. Цитадель принадлежит нам. Дженна вернулась к прежней работе. Спасибо, что вытащили ее из логова Коры. Всегда пожалуйста. Да, похоже, все рады тому, что она вернулась. У вас не слишком радостный голос. Хорошо, что она ушла из логова. Я просто забыла о том, что это такое, постоянно иметь ее под боком. С тех пор, как она вернулась, мне ни разу не дали стоящих чаевых. Здравствуйте. Добро пожаловать в сверхновую. Сейчас освобожусь. Садитесь, вас скоро обслужат. Здравствуйте, добро пожаловать в сверхновую. Ваше везение кажется немного неестественным, человек.
И снова здравствуйте. Чего хотели? У меня есть вещица, которая может вас заинтересовать. Дайте-ка посмотреть. Вы это у Шелса взяли, верно? Я видел, как он им пользуется, и вышвырнул из клуба. Спасибо, что принесли мне это. Думаю, для вас это должно представлять какую-то ценность. Наверное, вы правы. Можете сыграть несколько партий в квазар за счет заведения. Я пойду. Желаю приятно провести время в сверхновой. Эй, приятно видеть тут человеческое лицо. Вы уже записали 5 выигрышей на устройство? Вообще-то я отдала ваше устройство Дорану. Но это годы труда. Что мне теперь делать? Найдите работу. Вы совсем не помогли мне. Это худший день в моей жизни. Капитан, как все прошло? Он больше не будет вас беспокоить. Правда? Просто гора с плеч, капитан. Спасибо. Я не могу заплатить вам за помощь, но я могу сделать вам хорошую скидку. Бандит сказал, что работает на человека по фамилии Бэйнс. Вам знакома эта фамилия? Бэйнс. Неужели он имел в виду Армистана Бэйнса? Мы работали вместе очень давно. Что вы можете рассказать о нем? Я слышала, что Альянс нанял его для проведения каких-то исследований в Траверсе. Как думаете, капитан Андерсон его знает? Посмотрим, что нам скажет капитан. Я бы с удовольствием рассказала вам больше. Я могу чем-то еще помочь вам, капитан. Мне пора. До свидания, капитан. Приятно было поговорить.